Перед началом этого видео я хотел бы посоветовать канал Нойса, который делает видосы и по Копсу, и по другим разным играм. Снимает он в основном разные монтажи, фрагмовики, ну и хайлайты. Проще говоря, он делает эдиты, в которых делают нереальные киллы, на которые приятно смотреть. Обязательно заходите на его канал и смотрите видосы. Ссылка в описании. Всем здорово, как дела? С вами Майлд Касседа. И это новое открытие кейсов, которые вы очень сильно ждали. И в том числе я очень сильно ждал, потому что, во-первых, появился Lucky Spin. То есть это у нас счастливая рулетка, с помощью которой мы можем вообще выбить целые новые перчатки и новый вот такой вот нож Manhunt. Самое главное то, что будет в этом видосе. В этом видосе будет просто дохрена кейсов. То есть это у нас 81 кейс. Из них новый это Хэллоуин 2019. 19, Close Quarters, который я уже открывал 10 штук, Summer 89, все это из-за того, что я их не открывал из-за того, что типа, ну, они у меня были на основном аккаунте, я на основном аккаунте практически не играю, и все-таки решил открыть накопившиеся кейсы от разработчиков. Если что, разработчики мне, собственно, типа, дают кейсы, чтобы я их открывал, поддерживать тем самым игру. Окей, ребята. Я думаю, что стоит сразу же начать со стандартных, потому что, ну, типа, самые хлипкие, и начать, и, точнее, закончить, не знаю, лаки спинами. То есть, такая вот фигня. Окей, ладно, ребята, все, давайте, значит, открывать сразу же первый кейс. Открывать стандартным будем очень много, их всего 60 штук. И сразу же мы конвертируем. Я буду все это дело, наверное, пропускать. Мне кажется, это будет выпуск полностью из дубликатов. Ну, окей, ладно, посмотрим. О, уже новый скин СВД Highland. Воу, вот это, кстати, реально скин подходит к этому оружию СВД. Реально красиво. Ладно, использовать сразу же. Так, новый скин у нас подъехал. MP5 Fever Dream. Воу, уже четвертый класс попадается. Реально хороший скин. Мне он нравится. Так, СВД опять дахли. Вот это тоже офигенный скин. Кейсов, ребята, очень много, и просто одни дубликаты выпадают, потому что на моем аккаунте на данный момент очень много скинов. Офигенно! Это же тактический топор, ну он стандартный, когда у меня уже есть золотой, но реально нож выпал. Это реально очень клево, ребята, все, я могу назвать выпуск, типа, выпал нож и так далее, все, это очень хорошо. Нож, это просто охеренный. Я еще услышал такой звук, просто самый офигенный. Аук Мэппл. Довольно неплохой скин. Я хочу, чтобы выпало что-то на СВД, хоть я и не постоянно этим оружием играю. О, XT-45 Mask Wear Raid. Маскарад, короче, называется, проще говоря. Ну, мне не очень нравится этот скин, но я доволен полностью. Нам уже нож выпал, так что все, считайте, мы полностью окупили это открытие кейсов. Хотя я толком-то ничего не покупал. Так, новый скин. СВД Кал. Вот. Вот здесь он хорошо прорисован, чем на MPX. Я уже говорю про MPX, то что скин Кал на MPX, он в том-то и дело он Кал, а здесь он, ну, нормальный более-менее. Он красивый здесь, на этом оружии. Так, новый скин, Super 90 Arrow Hit. Я думал, что у меня вообще этот скин есть. Мне нравятся такие скины. Так, сразу же еще. О, вот это уже реально покрасивый скин. King. Kind Regards. Kind Regards, наверное, вот так правильнее будет. Что это? Opposing Forces, это типа скин. Окей, кому-то такое понравится, но мне это не нравится. О, новый скин опять на М-ку. Я, если что, буду это называть М-ка, потому что М-1887, это нужно каждый раз проговаривать, поэтому я называю кратко это оружие М-ка. И знаете что? Я не знаю почему, но фиолетовый цвет мне в последнее время начал нравиться, то есть просто вот дробовик фиолетовый. Просто стандартный фиолетовый цвет.
Прикольно выглядит, реально. Также еще один новый скин, это на Урате Сэнглоу. Мне вот кажется, или Сэнглоу, он как-то раньше получше выглядит. Я раньше вот этих вот оттенков не видел. Я без понятия, пацаны, я раньше вот этих оттенков, вот, которые вот прям очень сильно видятся, я их никогда не замечал. Ну окей, ладно. Опа, еще один новый скин. Ну, это на TRG, но это уже не интересно. Опа-на. Ну, предатор, но зато 400 целых синих кредитов. У нас остается еще два кейса. Давайте их пооткрываем. Ну, здесь, в принципе, все конвентирую. Тоже скин, который нам уже выпадал. И давай. Ну, ладно, я уже надеялся на нож, но окей. Итак, ребят, у нас остается... Три вида новых кейсов. Всего это у нас получается 15. 21 кейс у нас остается. И посмотрите просто, сколько у меня уже этих синих кредитов. И, наверное, в скором времени я уже куплю себе нож. Я, кстати, хочу посмотреть, сколько сейчас эти ножи вообще стоят. Допустим, я хочу себе... А, этот мы не сможем купить. Но, допустим, из ножей... А, 20 тысяч, кстати, стоит. Мне еще подкопить, и я могу, в принципе, купить. И стандартный стоит вообще 5 тысяч. То есть ремикс у меня есть только предатор, вот этот вот. И можно было бы, в принципе, купить стандартный. Но мне стандартные ножи, они мне не очень нравятся, вот честно. Окей, ладно. Самое главное, то, что мы сейчас будем открывать именно новые кейсы. И давайте, наверное, начнем с Close Quartz. Это такие самые дешевые скины, которые стоили... Насколько я помню, 300 или 400, вроде 300 вообще именно кредитов. Ну, здесь MPX, Lotus нам выпадает, фиолетовый MPX. Окей, хватает этого. Откроем дальше, нам выпадает MPX Turk US. Фиг прочитаешь, честно. Окей, открываем еще раз. А, дубликат вообще Вектора. Открываем дальше, и на этот раз опять MPX, только красный кармин. Я хочу что-нибудь нормальное по тиру, дайте, пожалуйста. Ну, Вектор Лоутус, ладно. Ну, не очень, конечно. Я хочу что-нибудь на MPX, вот реально. Я хочу красивый скин на MPX 4 или 5 класса. Хоть я его могу купить за синий кредит, но я хочу выбить. Вот реально, намного приятнее, когда ты выбиваешь скин, а не тупо его покупаешь. Вот, согласитесь со мной. MP5, Arrow Hit. Я уже говорю про этот скин. Дальше, ну давай, ну нормально, что... О, P90 Vice, просто 5-го тира, насколько я помню. И типа, вот целых 800 кредитов. Целых 800 кредитов. Офигенно. Хоть что-то. Вектор, Arrowhead, да просто у нас сегодня, блин, день какой-то Arrowhead. И последнее, давай что-нибудь нормальное, годненькое. Ну ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. И, наверное, давайте начнем именно Summer 89, потому что это единственные старые кейсы. Ну, как старые, просто они тут старые именно по дате, потому что сейчас у нас новый, это Хэллоуин 2019. Окей, открываем. Здесь анимация прикольная вообще. О, СВД Попстар, сразу же, 4-й тир. Реально топовый скин. И, кстати, у меня такой скин вроде есть на MP7. Окей, анимация реально топовая, согласитесь, ребята. О, СВД, опять СВДшка, платформер, ёшкин год. Смотрите просто, какой скин топовый. Блин, он, конечно, местами какой-то кривой, но, знаете, он реально прикольный. Мне нравится. Окей. Я хочу либо что-нибудь на калаш, либо что-то на М-ку. Ну, можно, конечно, под конец АВП. Все, давайте. Тот же скин, окей, 800 синих кредитов, они не помешают. Еще. На калаш, я хочу калашек. FP6 физи. Крутой скин. Крутой, с бумбоксом, нормальный. Все, давайте мне. Я хочу калаш. Дайте мне калаш, пожалуйста. О, аук, ну, я ауган доволен уже. Watermelon. Ну, этот с арбузиками, это прикольный скин, кстати. Я его впервые вообще вижу. Окей, сразу же использовать. Топовый скин. И у нас остается 6 новых кейсов и, наверное, спины. А, именно лаки спины, которые у нас там остались. И, возможно, мы откроем их. Потому что я не знаю, можно их открыть или нет. А, FP6 Possessed. Я уже открывал этот скин. Клевый, мне нравится. Смотрим дальше. У нас P250 Wrong Turn. Неплохой скин. Открываем дальше.
А, ура, Тю Вронг Чёрт. Ну, тот же самый скин, который только что нам выпадал на P250. Смотрю, что у нас дальше. Давайте что-нибудь некромансера, не знаю. Ус, окей, ладно. Сойдет, пойдет. Давай дальше. Ура, Тюпур. Вот это уже что-то новенькое. Это уже что-то красивенькое. И все, у нас остается последний кейс. Нож, давайте, давайте, давайте нож. Окей, ладно, P90 тоже неплохо. Ус называется. Окей, ладно, ребята, у нас остаются лаки спины. У меня много челов вообще говорили про то, что типа, ой, Ваня, не крутите, это говно полное. А некоторые мне даже уже присылали скриншоты, то, что им выпали вот эти перчатки работяги. Я их и так буду называть перчатки работяги. Я хочу эти новые перчатки. Хочу, вот просто хочу, потому что это единственные новые перчатки, которые можно получить. И, собственно, здесь даже в этой рулетке можно выбить кейс. А это дополнительный контент. И, кстати, у нас почему-то кейс отмечены вторым классом. Ну-ка, а что у нас аватарка? Это первый класс. А это седьмой у нас класс. Ну, это как ножик примерно. А перчатки со скином. Здесь у нас вот этот скин MP5 тоже неплохой. Скин револьвера красивенький, кстати, мне нравится. Ну, все, в принципе, здесь особо-то нечего смотреть. Окей, ладно, вращаем. Подтверждайте, типа... значит, за кредиты, ребят, за кредиты, смотрите. И анимация прикольная еще. Давайте, давайте, я хочу перчатки. Ну окей, ладно. Я не против кейса, я абсолютно не против кейса. Я надеюсь, на еще одну прокрутку хватит, я надеюсь на это. Только давайте сначала кейс откроем. Может, здесь вообще нож выпадет. Давай. Аук пуш, ну тот же самый, что и на этот Уратио. Фу, ну давайте, я хочу покрутить. Нам, походу, не хватит на следующий лаки спин. Опять кейс, да вы что, серьезно? А нет, хватит, ребята, это клево. Нам хватит на еще одно открытие, поэтому такая фигня. Еще раз открываем кейсик. Давайте, ну некромансер, я хочу некромансер. Вот это топовый револьвер. Использовать сразу же использовать. Охуенный револьвер просто. Все, вращаем. И я надеюсь хотя бы либо на нож, либо на перчатки, либо на вот эти скины. В крайнем случае это... кстати, здесь больше нельзя открывать. Это уже больше не может выпасть. Блин, ну серьезно, вот так, ну я так хотел нож. Ну ладно. А жаль, очень сильно жаль. Короче, ребята, итог, ну, нам выпал нож, нам выпала куча всяких разных красивых скинов. С новой коллекции Summer 89, или как он там называется. Ну и чуть-чуть скинов из новой коллекции Хэллоуина. А так, в принципе, мне этого хватает. На этом, ребята, все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки за такой годный контент. Хоть и эти кейсы мне бесплатно дали, но в любом случае я для этого записываю для вас видос. И если вам не трудно, нажмите лайк. Все, я от вас больше ничего не прошу. Ну и если вам, конечно, очень сильно понравился контент, вы можете просто подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, чтобы смотреть их первые. И, разумеется, под конец просто хочу сказать то, что у меня появился свой инстаграм. Я, как, грубо говоря, тупая пизда, буду там выкладывать разные фотки, то, что там со мной происходит, всю свою жизнь. Ну и, разумеется, там разную ржаку, которую вы там можете увидеть. Все, это, в принципе, все, вся реклама. Ну и, разумеется, официальная моя группа во ВКонтакте, в которой... Также я пишу разные новости в Critical Ops, которые происходят. То есть, когда будет что-то это доступно, когда будет новое обновление. Разумеется, о новостях канала и все таком. Все это есть в описании. Переходите, подписывайтесь, ну и все. На этом все. Всем желаю удачи и всем пока-пока.